Мы начинаем последнее перед летом заседание Института мировой культуры, которое называется «Человек на дереве». Сами не знаем, во что оно влияется. Связь человека с деревом. Основной принцип, почему человек, которому предназначено жить на земле, рвется или вверх на деревья, или вниз, не удовлетворяется своим миром. Следующие заседания у нас начнутся в сентябре. Первое, 3-4 сентября, совместно с РГГУ и в РГГУ конференция «Возвращение». 6 сентября совместно с РГГУ «Топоровские чтения». 12-го, приблизительно 12-го, там будут уточнения, доклад Марианны Казимировны Трофимовой по новым переводам польских гностических рукописей. Собственно говоря, это должно было быть сегодня, и мы один мотив вынули из ее темы. Марианна Казимировна, к сожалению, не смогла прийти. И 18 сентября, последнее в сентябре, конференция или круглый стол «Дом». Продолжение. Это уже третья конференция.